Давайте совершим молитву. Отец Небесный, мы живем в потрясающее время. И эти времена заставляют нас изучать Твое Слово и искать Свое предназначение и волю Твое о нас. Поэтому я молю, чтобы Ты просветил нас и помог нам, особенно в свете тех вестей, которые Ты вручил избранному остатку. Во имя Иисуса. Аминь. В последующих лекциях мы будем говорить о трехангельской действии в контексте праведности по вере, потому что этот вопрос будет последним вызовом в конфликте с этим миром. Этот вопрос будет последним вызовом, который должен будет привести к важнейшему решению — принимать или нет начертания зверя. То есть это вопрос жизни и смерти — мы также знаем, что печать Бога — это суббота. И она является противоположностью начертанию зверя. И поэтому нам нужно понимать значение субботы. Нам нужно понимать, что Бог хочет включить смысл субботы. Потому что мы пытаемся проповедовать о ней как о чем то относящемся к делам. Хранить заповеди быть людьми, соблюдающими заповеди. Но что, если при этом мы теряем самую суть праведности Поверия, которая заключена в этой вести? Потому что последняя весть — это то, что пришло раньше и затем ушло, и мы стоим на самом краю последнего входа в Ханаан. Помни день субботний, чтобы святить его. Субботы мои соблюдайте. Библия преисполнена упоминаниями о субботе. Шесть дней работа и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. И если кто будет делать свои дела, да будет предан смерти. Страшная вещь. Книга Левит, 23 глава, 3 стих. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день — суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Итак, заповедь о субботе — это очень серьезная заповедь. И во времена Ветхого Завета и времена Израиля, если вы не исполняли субботу, вас убивали. Итак, является ли Бог господином жестоких повелений, или же мы можем это перефразировать? Можем ли мы перефразировать это таким вот образом? Ведь Бог, похоже, не хочет, чтобы кто-либо погиб, и Бог есть любовь. И в свете Голговского креста, есть ли у нас позволение перефразировать это? Давайте перефразируем это вот таким вот образом. Помни день субботний, чтобы сметить его от всех своих дел. В субботу священное собрание Господу во всех твоих жилищах. Потому что суббота ⁇ это напоминание о том, откуда вы взяты, и напоминание о том, куда вы движетесь. И о том, как я восстановил вас, и о том, хочу ли я восстановить вас. Если вы выберете выступить против этого установления, то ваш выбор — это отвержение жизни. И для вас следствием этого будет смерть. Можем ли мы так перефразировать это? Начертание зверя, то есть те, кто примет начертание зверя, те навлекут сами на себя самые ужасные последствия. Поэтому это вопрос жизни и смерти. Суббота включает в себя нечто очень, очень важное. Паразаконие 5 говорит, «Суббота является субботой Господа Бога твоего. В этот день ты не будешь делать никакой работы. Ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, никто. И ничто из твоего скота, не пришелец, который у тебя, и чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». И в Псалме 95, стихе 8 мы читаем, «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Сорок лет я был раздражаем родом сын и сказал, «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Итак, это суббота Господа Бога твоему. И если мы заблуждаемся сердцем и сходим с пути Бога, то мы не войдем в покой. И сейчас суббота. Где она была основана? В Эдеме? Она была основана в Эдеме. И какое участие Адам и Ева принимали в процессе творения? Никакого. Они даже не существовали вплоть до окончания шестого дня. Когда они появились на сцене, все уже было сделано. Все животные уже существовали, планеты существовали, звезды существовали, все было совершенным, и все уже там присутствовало. Поэтому что же они делали в тот свой первый субботний день, и от чего же они получили отдых? Почему они отдыхали? Они были уставшими? Очевидно, что нет, они не делали никакой работы, поэтому они не могли устать. А почему Бог отдыхал? Бог отдыхал от своего творения, он обрел покой. И мы обсуждали это уже много раз, и это очень важный момент. В Псалме 8 мы находим, что он нашел покой от своих противников. И кто же были его противники? Сатана и его ангелы. И вот мы имеем его творение, которое должно найти в нем покой. Покой в чем? Покой в его завершенной работе сотворения. И сейчас, когда мы обратимся к процессу возрождения после того, как человек пал, и мы должны найти покой в Боге, если Адам и Ева не привнесли ничего в процесс сотворения, то сколько же они тогда могли привнести в процесс возрождения? Ничего? Ничего? Фактически они были мертвы по своим преступлениям. И мы все мертвы по своим преступлениям. И тот, кто мертв, не может привнести ничего. Итак, праведность по вере — это успокоение в той совершенной работе, которую Бог соделал безо всякой помощи с моей стороны. Итак, если мы не можем войти в его покой, то это значит, что мы не осознали значение субботы. Мы не смогли понять, что это означает в своей сути. Мы не осознали, что это значит принять его праведность и его завершенную работу в качестве дара от Бога. И это очень и очень серьезная проблема. Человек всегда хочет что-то привнести. И со времен трагедии Каина и Авеля эти две религии всегда идут параллельно на этой планете. Кто-то считает, что может обрести спасение в делах, и другой считает, что может обрести спасение по вере в кровь Агнца. Две религии и Бог, и сатана ведут войну вокруг этой проблемы с того самого момента, как он пал и был удален с небес. Мы рассмотрим эту же проблему в послании к евреям. Глава 3, послание к евреям с 9 стиха. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Чьи дела? Божьи дела. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. Опять-таки здесь то же самое, что и в псалмах. «Не познали они путей моих». То есть здесь идет цитирование псалма. То есть проблема в том, что мы заблуждаемся в своих сердцах, в своем мышлении, в нашем понимании плана спасения. Мы не понимаем плана спасения. Потому что существует враг, который хочет внедрить иной образ мысли. И фактически это противостояние мышлений. Вот что это такое. Грандиозное столкновение мышлений. «Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих». То есть они не понимают Бога. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Итак, храните субботу или вы умрете. Точно умрете. Или же соблюдайте субботу, ибо следствием несоблюдения будет ваша смерть. Но что это означает, соблюдать субботу? Хранить субботу значит быть в единстве с Богом. Хранить субботу означает иметь взаимоотношения с Богом. Что произошло в первый день, когда появились Адам и Ева и наступила суббота? Что произошло в эту первую субботу? Можно ли назвать родственными те отношения, которые проявились там? Не представил ли Бог сам себя своему новому творению? Не увидели ли они, что это любящий Бог, который приготовил для них чудесное место? Не провели ли их через сад, и не объяснил ли им Бог, какие отношения Он хочет иметь с ними? Не сотворил ли Он их по образу Божью и с таким же Божьим характером? Очевидно, что да. Поэтому суббота более чем что-либо другое говорит о взаимоотношениях. Потому что когда у вас с кем-то имеются родственные взаимоотношения, то вы проводите с ним время. Вы объединены с ним. Между вами происходят сердечные разговоры. И если между вами есть любовь, то вы соединены узами, которые должны быть вечными. Все верно? Итак, суббота устанавливает взаимоотношения. И если Бог хочет восстановить нас, если Он хочет возродить этот падший человеческий род с его злыми наклонностями, тогда он должен снова делать это через взаимоотношения, потому что приказы не приводят ни к каким взаимоотношениям, но послушание должно быть ответом на любовь, а не на приказы и не на подчинение власти. Потому что именно в этом и состоит суть родственных взаимоотношений. Итак, человек извратил такое понимание Бога, поэтому нам нужно проповедовать о субботе. А что мы проповедуем? Все, что мы проповедуем, это послушание десяти заповедям. И если вы, ребята, хоть одну пропустите, жить, кулак, но вот мы, мы храним субботу. Мы народ книги, мы соблюдаем 10 заповедей. И суббота это четвертая заповедь, и мы будем соблюдать ее. А вы, ребята, все. Жить? Конец вам. Разве это то, что Бог от нас ожидает? Или он хочет, конечно же, чтобы мы проповедовали самую суть? Проповедовали о сердце субботы? Не этого ли он хочет от нас? Изумительно то, что Иисус сказал, что Он пришел, чтобы дать нам покой. Чтобы мы нашли покой в Нем. И когда Он не шел на землю, большинство Его чудес, Его основных мега-чудес, были соделаны в какой день? Субботний день. И почему же Он избрал именно день субботний? И почему иудеи сходили с ума от того, что он избрал день субботний для творения своих чудес? Потому что они имели только вид благочестия. Они построили религиозную систему, которая превозносила тех, кто занимал позиции лидеров внутри этой организации и путь к Богу проходил через их систему. Не имеем ли мы нечто подобное в мире и сегодня? И люди устали. Ну, слово «устали», видимо, не совсем здесь подходит. Люди жаждали немедленного удовлетворения. Они хотели религии мгновенного ответа. Они хотели религии переживаемых опытов. И поэтому сегодня мир преизобилует такого рода религиями мгновенное удовлетворение. Но путь веры, похоже, люди для себя закрыли. Итак, мы переходим к Иоанну, главе 5, и я буду читать с первого стиха. После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И сейчас, как вы, вероятно, знаете, новые переводы не включают в себя этот стих, потому что этот стих кажется таким невероятным. Наверное, он был добавлен. Вероятно, его не должно быть там, так они и говорят. Но он имеется в общепринятом тексте, и Бог так предусмотрел, чтобы дать протестантам общепринятый текст для перевода. Поэтому я буду читать это. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Это время целого поколения. И он лежал возле этого бассейна, и толпы больных людей были там. Кто-то был слепым, кто-то хромым, кто-то болел этим, кто-то тем. И вот этот несчастный человек лежал там 38 лет. Лежал в ожидании движения воды. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, Хочешь ли быть здоров? И если мы посмотрим на это слово здоров, вы думаете, здесь речь идет о физическом теле или обо всей его жизни, которую Бог хочет преобразить и сделать здоровой? Как Бог восстанавливает человеческую жизнь? Частично или полностью? Полностью. Ну хорошо. Хочешь ли ты быть здоровым? Больной отвечал ему. Так, Господи. Но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И сколько там было народа? Что Библия нам говорит? Великое множество. Это должно быть была религиозная система. Здесь говорится о религиозной системе. Как вы думаете, книжники и фарисеи могли бы там находиться, проходя в своих одеждах мимо некоторых из этих людей? Вы думаете, это возможно? Возможно ли, что они могли находиться там по церковным делам, по крайней мере? Это была система верования, и она могла корректироваться книжниками и фарисеями. И за 38 лет это должно быть превратилось в религию этого места. И сейчас, был ли это ангел, который сходил и возмущал воду, или это была вера в то, что ангел сходил и возмущал воду? Это большая разница. И если это был ангел, ангел, нисходящий с небес, который приходил возмущать воду, то, видимо, Бог должен был знать об этом. И, должно быть, Бог был инициатором этого. И, должно быть, Бог имел программу действий и действовал в соответствии с ней. И тогда для Иисуса было бы логичным сказать этому человеку, «Хочешь ли ты быть здоровым?» И человек сказал бы, «Но «Ну, нет никого, кто мог бы принести меня к воде». И Иисус должен был бы сказать, «Ну, я хорошо позавтракал сегодня, и я хожу в спортзал уже несколько месяцев. Поэтому я возьму тебя, когда вода начнет возмущаться, и я сделаю так, что ты будешь первым, кто войдет туда. Договорились? И человек сказал бы, ну, если ты сделаешь это для меня, это будет отлично, тогда я смогу исцелиться. И Иисус взял бы его, дождался бы воды, принес бы его и опустил воду. Так не говорит Библия. Нет, это не то, что говорится в Библии. Хочешь ли ты быть здоровым? Я предполагаю, что он стоял спиной к бассейну. И бассейн был где-то там, и человек лежит вот здесь. И он говорит, «Хочешь ли ты быть здоровым?» И человек говорит, у меня нет никого. Тридцать восемь лет он находится в церкви. Тридцать восемь лет он лежит здесь, и у него нет никого. Как бы вам понравилось быть в церкви 38 лет и не иметь никого, кто бы помог вам? У меня нет никого. Нет никаких взаимоотношений, ничего. Но не имеет человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И Иисус говорит ему, знаете, что говорит? Шут с ним, с этим дурацким бассейном. И шут с ними, с твоими неумными верованиями в то, что ангел возмущает воду. Вставай и ходи. Ты не, не имеешь никого. У тебя есть некто. Разве вы не дети Всевышнего? Откуда же вы взяли эту дурацкую религию? Чем вы занимаетесь? Вы что, разменяли отношения с живым Богом на вот эту имитацию религии, на эту форму религии? Когда вы перестанете заниматься игрой в религию? Когда же вы измените религию на взаимоотношения и перестанете говорить «У меня нет никого». И это в то время, как вы имеете живого Бога, который создал вас, который заботится о вас, любит вас и хочется делать вас такими, какими вы могли бы быть. Я хочу, чтобы ты был здоров. Не говори «У меня нет никого». Говори всегда «У меня есть некто». И мне не нужно приходить и ложиться возле этого бассейна и верить в какие-то бессмысленные фокусы. Разве такое было только в те времена, когда люди верили в бессмысленные фокусы? Разве сегодня нам не говорят, что это хорошо посетить Лурд и дождаться заката, когда Мадонна возмутит воду, и если я войду в эту воду, то, возможно, я исцелюсь? Разве сегодня нет такой же глупости, какая была в те дни, и разве вы не тратите целое состояние, чтобы попасть в те места и получить исцеление? И разве нет служителей, которые держат бассейны в своих церквях? И люди должны приходить на костылях и проходить через воду именно в этой конкретной церкви, чтобы получить исцеление? И они отбрасывают свои костыли и продираются сквозь эту воду, выбираются из бассейна, восклицая, «Я исцелен, я исцелен!» И на следующий день они опять на костылях. То есть это еще один вариант бессмысленного фокуса, и они все еще надеются на исцеление. Итак, принадлежит ли этот стих Библии, или он не принадлежит Библии? Конечно же, он принадлежит Библии. Конечно же, он принадлежит Библии, потому что это вера, которой придерживаются люди. Это то, во что они верят. Они верят в чудесные события, которые каким-то образом изменят обстоятельства их жизни. Это игра в религиозную лотерею. И эта религия не для многих. Это религия не для всех. Потому что только те, которые войдут в воду первыми, а бассейн может находиться на другом конце земли, только те могут быть участниками этой лотереи. У меня нет никого. И я в этой церкви 38 лет. И у меня нет никаких с тобой взаимоотношений. Хочешь ли ты быть здоровым? И какой день это был? Суббота день взаимоотношений. И это именно то, чем религия является. И Иисус говорит Ему: Встань, возьми постель твою и ходи. И Он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Он не отнес человека в бассейн, Он проигнорировал глупость их религиозной системы и обратился прямо к сердцу проблемой взаимоотношений. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. И эта связь не должна быть упущенной. Посему иудеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи». И его спросили, «Кто тот человек, который сказал тебе, ты не должен ехать в Лурд и заходить в играющую от солнца воду?» Ты знаешь, сколько денег мы получаем на этом процессе? Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Множество людей было на том месте. Сколько? Множество. Это религия множества народа. Это религия масс. И какую весть мы должны нести, когда проповедуем о субботе? Прочь от религии формы. Прочь от таких религий, которые являются религиозной лотереей. Потом Иисус встретил Его в храме и сказал ему, вот Ты выздоровел, не греши больше. Это обращает Его к чему? К Божьему закону. Потому что грех ⁇ это нарушение закона чтобы не случилось с тобою, чего хуже. И сейчас, если Бог является Богом отношений, то оставил ли Он его после того, как спросил, не хочешь ли ты исцелиться? Нет. Он вернулся к Нему. Кто вернулся к Нему? Он сам вернулся взыскать Его. И Он нашел Его. И Он обратил Его внимание на закон Божий. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Мир точно так же не готов принять Бога взаимоотношений, как не готов был Каин, находясь у эдемского сана. Он хотел добиться этого своими силами, и он хотел, чтобы при этом произошло чудо. Но он не захотел, чтобы Бог исцелил его, чтобы Бог трансформировал его характер и изменил всю его жизнь. И затем тут говорится, что они захотели убить его. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им, отец мой до не делает, и я делаю. Это Бог, который делает дела, а мы те, кто должны принимать их. Точно так же, как тот человек, который лежал там 38 лет, не мог добавить к этому ни Точно так же и мы не можем добавить ни к своему исцелению. И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. И это очень важная история. И каждый стих должен там присутствовать, потому что если мы уберем один какой-то стих, то мы потеряем весь смысл этой истории. От религиозной системы, которая точно так же сильна и жива сегодня, какой она была и тогда, к религиозной системе личных взаимоотношений с Богом, воплощенной и символически представленной в субботнем дне этого Бога взаимоотношений. И затем мы находим Иисуса в Евангелии от Луки в 6 главе, проходящего в субботний день по пшеничному полю вместе с учениками. Они ели зерна, растирали колосья в ладонях и ели их. Что Иисус делал со своими учениками? Он ходил с ними, он разговаривал с ними, он ел вместе с ними. Вы едите вместе с кем попало? Встречаете ли вы кого-то на улице и спрашиваете у него, извините, можно мне с вами пообедать? Явно что нет, верно? То есть, если вы едите с кем-то, то это значит, что вы что имеете с этим человеком? Отношения ⁇ это отношения. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» И сказал им, «Цель человеческий есть господин и субботы». И если мы понимаем самую суть субботы, но мы больше не будем основанными на делах адвентистами седьмого дня. Мы станем основанными на отношениях адвентистами седьмого дня. Мы не будем соблюдать закон, чтобы спастись. Мы будем соблюдать закон, потому что Бог спас нас. И эта история становится очень интересной. Потому что сразу же после Луки 6.6, когда он только проходил через поле, когда он только что получил упрек за то, что он делал в субботний день, тут говорится. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но Он, зная помышление их, сказал человеку, имеющему сухую руку: Встань, выйди на середину. И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус: Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. И затем тут говорится, «Они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом». Они были вне себя от ярости. И если мы рассмотрим эту историю типологически, есть ли у нас в церкви люди с высохшими правыми руками? Я думаю, что наши правые руки иссохли более чем в одном смысле. Мы бесплодные и хромые в том, что мы делаем. И Бог хочет исправить все ошибки в какой день? Субботний день. Есть еще кое-что, связанное с правой рукой Евангелия или с правым плечом Евангелия. И это вопрос физической и духовной сторон здоровья во всей полноте. Это весть здоровья. И на этом хромают многие люди. Потому что Бог хочет исцелить вас не только умственно, но также и физически. И поэтому он выбрал такие особые сценарии, которые также содержат топологические вести и для наших дней. Но фарисеи пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Если мы имеем религию отношений, личных, индивидуальных взаимоотношений с Богом, то тогда иерархическая система, если смотреть с точки зрения спасения, окажется полностью уничтоженной. Священство как таковое тогда развалится. Если рассматривать это относительно вопроса спасения. Единственной функцией, которая при этом останется, будет система координации церковных дел. Но те особые роли, которые каждый хочет получить, эти высокие позиции особой важности, они исчезнут, поскольку теперь каждый имеет такие отношения. Поэтому фарисеи были полны ярости. И затем мы читаем в Луке 13 главе 10 стихе о том, что в одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И женщина является символом чего? Она символизирует церковь. Вы думаете, что наша церковь сегодня не сгорблена, не скручена так, что даже не в состоянии выпрямиться? Вы думаете, что наша церковь сегодня не страдает от хромоты? Из-за того, что мы потеряли самую суть того, что означает иметь отношения с живым Богом. И мы увязли в формализме, ритуалах и в духовном формировании, и в мелких смешных вещах, для того, чтобы увидеть, принимает ли нас Бог все еще или нет. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Для чего он избрал субботний день, чтобы освободить ее от этого недуга? Нет ли в этом какой-то вести для нас? И возложил на нее руки, это личностный Бог. Это Бог — личность. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И если мы хотим исцелиться, и если мы хотим получить исцеление в субботний день, а субботний день говорит о взаимоотношениях с Богом, и если мы хотим получить силы и способность смотреть вверх и прославлять Бога, тогда мы должны понимать Божьи дела. Мы должны понимать Его характер. И мы должны понимать, что это значит иметь с Ним взаимоотношения. И что потом произошло? При этом начальник синагоги сказал, негодуя, «Они любят эту застойную церковь. Они ее любят». Из-за того, что Иисус исцелил в субботний день, Он сказал, «Есть шесть дней, в которые должно делать» и приходите исцеляться, а не в день субботний. Понимал ли он, в чем суть взаимоотношений? Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вала своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» Сию же дочь Авраамову, которая связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от усих их? В день субботний. И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах ему. И интересно, что сразу после этого даны несколько уроков от Иисуса. Он сказал, «Царство небесное подобно зерну горчичному». И это маленькое тонкое зернышко, которое однажды вырастает в громадное дерево. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. И до того, как это взойдет, там идет процесс брожения. Дерево символизирует личность, и женщина символизирует церковь. И все, что мы должны делать, это возрастать в познании Иисуса Христа. Мы должны расти в наших отношениях, нам нужно понимать его образ мысли. И мы можем это делать только если мы живем в общении с ним. Если мы разговариваем с Ним, если мы делимся с Ним своими самыми скрытыми болями и самыми глубокими радостями, если мы делимся с Ним этим как с другом, это единственный способ, как мы можем делать это. Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Лицемерие и отношения разнесены друг от друга так далеко, как восток от запада. Евангелие от Луки, 14 глава, 1 стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью, по всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащить его в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. И так далее, и так далее. Почему эти люди хотели иметь формальную религию? Почему они хотели, чтобы люди приходили к их особым местам, чтобы получать исцеление? Разве Божья Церковь не должна быть всемирной церковью, Разве Бог не находится повсюду? Разве Он не вездесущий? Разве мне нужно находиться в каком-то особом месте, чтобы наладить взаимоотношения с Богом? Или я могу иметь отношения с Богом в любом месте? И ни один не является более великим в церкви, чем кто-либо другой. И что было у того человека, страдающего водянкой? Водянка — это болезнь, при которой вода скапливается в какой-то части тела. Его пальцы, видимо, опухли, и сам он был одутловатый. Вероятно, у него были серьезные проблемы с сердцем. Он, видимо, не мог пройти и трех метров без отдышки и останавливался, чтобы перевести дух. У этого человека была проблема с сердцем. И он нуждался в том, чтобы его сердце получило исцеление. И все эти истории, которые мы нашли, они произошли в субботний день. И мы рассуждали об одном из слепых, но здесь мы видим другую идею, которую мы должны рассмотреть. И Иисус исцелил человека, который родился слепым. Он был рожден слепым. Это другая история. А он взял глину, положил ее на глаза и отослал его в купальню под названием Силаам, что означает апостелло, то есть быть апостолом, быть посланным. И неожиданно все увидели этого слепого человека, промывающего глаза, и он начал видеть. И сейчас глина. Бог последний раз использовал глину где? в Эдемском саду. То есть в Эдемском саду он взял глину и сотворил из нее человека. И вот здесь был человек, рожденный слепым. И это мы с вами. Мы все рождены слепыми. И в процессе возрождения он берет глину, ложит ее на глаза и говорит, «Иди и промой», что символизирует собой баптизм. И также акт послушания. И когда он промыл, тогда он смог видеть. Апостела, он был послан идти и свидетельствовать. Его друзья увидели его и сказали, наверное, это не ты, ты зрячий. Он сказал, да нет, это я. Но он не знал, кто исцелил его, поскольку он был тогда слепым. И в конце концов он оказался у фарисеев, и фарисеи сказали ему, тот человек должен быть грешник, поскольку он исцелил в субботний день. Наверняка он грешник. Тот отвечал, я не знаю, грешник он или нет, я только знаю, что я был слеп, а теперь вижу. То есть он засвидетельствовал перед ними об Иисусе, и они призвали его родителей. И они спросили у родителей. И родители были напуганы этой иерархической системой. И они наконец спросили у них, это ваш сын? Да. Он был рожден слепым? Да. Так почему он теперь видит? Я не знаю, спрашивайте у него, он уже взрослый и сможет вам рассказать. И так тот человек грешник, ибо он исцелил в субботу. Как он это сделал? Я вам уже рассказывал. Для чего вы опять спрашиваете? Вы что, хотите стать его учениками? И этого было достаточно, чтобы у всех у них сорвало крышу. И они вышвырнули его вон. И Иисус разыскал его и подошел к нему. Он сказал им, «От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисле порожденному. Если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ, «Во грехах ты и сродился, и ты не насучишь». И выгнали ему вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, опять-таки, сделал так же, как и во всех других случаях. Что Иисус сделал? Он пошел и нашел его. Не сделал ли он то же самое и для нас? И сказал ему, «Веруешь ли ты в Сына Божия?» В другом новом переводе, опять-таки, это место изменено, и там говорится, «Веруешь ли ты в Сына Человеческого?» И я знаю, что Иисус называл Себя Сыном Человеческим. И я знаю, что Иисус называл Себя Сыном Божьим, потому что Он был полностью человеком и полностью Богом. Но в именно этом контексте, когда Он взял глину и сделал слепорожденного зрячим, в чем тут суть? Тут суть в его человечности или в его божественности? Явно, что в его божественности. То есть, чисто логически, я вынужден опять обратиться к общепринятому тексту и сказать, он должен быть верным. Вот почему я верю, что речь идет о Сыне Божьем. Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Кто он? Что говорил человек у другого бассейна? У меня нет никого. И Иисус сказал, у тебя нет никого, и ты находишься в этой церкви 38 лет, и ты лежишь и ждешь движения воды ради какого-то чуда, и кто-то постоянно тебя опережает. Вы думаете, что Бог, которому вы служите, устраивает гонки хромых и слепых людей, ползающих вокруг? Или Бог, которому вы служите, в действительности хочет иметь с вами взаимоотношения. И поэтому Иисус еще раз разыскивает Его. И затем Он говорит Ему Иисус сказал Ему, и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Удивительно. Что случилось, когда Иисус сидел у колодца, у колодца Якова, и самарянская женщина подошла к нему? Что он сделал для нее? Он заговорил с ней. Никто ни разу не захотел поговорить с ней. Они все были презираемы. Он заговорил с ней, Итак, Иисус говорил с этим человеком, Иисус говорил со всеми остальными, Иисус следовал за каждым из них индивидуально и персонально. И сейчас он полностью изменен. И я должен идти к какому-то заблуждающему сослужителю, сказочнику, чтобы иметь возможность обратиться к Иисусу. Алло, пожалуйста, соедините меня с человеком по имени Иисус. Можно мне прийти к вам в церковь и пройти через вашу булькающую воду? Могу ли я прийти хотя бы в вашу церковь и пройти через вашу булькающую воду? Итак, я вынужден быть в зависимости от этих человеческих процедур для того, чтобы обрести взаимоотношения с Богом. И это сильно возвеличивает всех тех, кто предлагает такого рода религию. И этот сорт религии разваливается полностью, если люди избирают иметь личные взаимоотношения с Богом. Вся эта система, которая сегодня действует, рухнет. И когда этот человек обнаружил, кто обращается к нему, он сказал, «Верую Господи!» и поклонился ему. И сказал Иисус, «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: Неужели и мы слепы? Иисус сказал им, Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Какую весть мы несем, когда проповедуем Трехангельскую весть? Исполняйте букву закона. Вы упускаете одну заповедь из десяти. Организуйте все как следует, и вы будете в порядке, Джек. Не это а ли мы проповедуем? Или мы проповедуем, знаете ли вы Бога? Знаете ли вы своего Творца? Знаете ли вы того, кто вас возрождает? Знаете ли вы того, кто умер за вас, потому что возлюбил вас? И кто и сейчас любит вас? несмотря на то, что вы грешники и ушли далеко от Него. Не хотите ли вы, чтобы вас исцелили? Может быть, у вас никого нет, и вы хотели бы встретить кого-то? Позвольте мне представить вас Богу субботы. Он может все сделать для вас. И изумительно то, как развивается эта история. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его. Если вы хотите сохранить этот сорт религии, вам лучше убить его. Вам лучше его убить. Продолжение. «Потому что боялись народа». И затем «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, и он пошел и предал Иисуса». У него был другой повод. Он не хотел смерти Иисуса. Он хотел вынудить Иисуса, чтобы тот объявил себя Мессией, для того, чтобы самому получить авторитетное положение по правую руку от Бога. Это в точности такое же мышление, как и у каждого, кто стремится получить высокий пост. И эта позиция обозначает, что вы имеете образ мышления, противоположный мышлению вашего Творца, Потому что это образ мысли врага. И так они хотели убить его. Поэтому они его арестовали. И они привели его во двор Синадриона. И была ночь. Было темно. И они знали, что следующий день будет днем приготовления, и у них будет всего один день, чтобы совершить задуманное. Потому что после этого будет суббота, и они не хотели нарушать субботу. Суббота — это очень важно, вы должны хранить субботу. Итак, мы должны делать все быстро. Мы не можем себе позволить попусту тратить время на суд завтра утром. Нам лучше совершить суд ночью, но это незаконно. Ну и что, давайте сделаем это. Итак, они совершили ночной суд. И закон говорит, что вы должны совершать суд днем. Поэтому они ждали утра уже после того, как объявили его виновным. И рано утром, когда показались первые лучи, тут говорится, и как только наступил день, это в Луке 22 глава 66 стих, и как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синедрион, и сказали, ты ли Христос, скажи нам? Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня. И затем он сказал, «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». Нечто похожее, но уже позже, сказал и Стефан. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» И в этом-то и вся проблема. «Итак, ты Сын Божий?» Было ли у них достаточно свидетелей, чтобы убедиться, что он действительно Сын Божий? Снова и снова и снова Бог открывал себя им. Он посылал им чудо за чудом. Даже слепой человек, который был рожден слепым. И они до сих пор не могли понять, что он был именно тем Богом взаимоотношений. «Ты ли Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они же сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство?» ибо мы сами слышали из уст Его, и поднялось все множество их, и повели Его к Пилату». Все их множество. Итак, как долго продолжался этот суд? При предложении. Мы должны торопиться, сегодня день приготовления. Сейчас мы должны отвести его к Пилату и вынудить Пилата приговорить его к смерти. Он должен убить его перед наступлением субботы. И Пилат отослал его к Ироду, вы понимаете, какое это разочарование? Что с этим Пилатом? Колебания? Почему он не принимает решения? Не приговаривает его к смерти? Нет, он посылает его к Ироду. Ирод насмехается над ним, унижает его, солдаты издеваются над ним. В конце концов, его отсылают обратно к Пилату. И они говорят, нет у нас царя, кроме Кесаря. И мы будем обращаться к этому стиху много-много раз. У нас нет иного царя, кроме Кесаря. И этим самым заявлением они отвергли Сына Божия. Кровь Его добудет на нас и на детях наших. Они отвергли Его как нация. Я думаю, что очень близко то время, когда весь мир скажет, нет у нас царя, кроме Кесаря. Того, который сидит на троне в Риме. И когда мир примет это решение, которое является выдающимся само по себе, он окажется в том же положении, в каком оказались иудеи в то время. Точно в том же положении. И сразу после этого время благодати закончится. Мы живем в удивительное время. Иисус висит на кресте. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Нужны ли им были еще какие-то доказательства? Время уходит. Наступает шестой час. Что нам теперь делать? Мы должны блести субботу. Суббота наступает так быстро. Этот Пилат забрал столько времени, отправил его к Ироду, и потом еще спорил с нами. Время же уходит. Не ломайте у них кости, не нарушайте субботу. Не ломайте костей. Ломайте, ломайте! Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Исия, сказав, испустил Дух. И когда пришло время ломать кости, он был уже мертв. Поэтому ему этого не сделали. Но сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник». Какого рода религию вы имеете, когда говорите, «Сломайте им кости, чтобы нам соблюсти субботу». Потому что, когда этих людей будут снимать, и будет суббота, и мы должны будем их снизу поймать, то мы нарушим субботу. Мы не хотим этого. Мы всегда храним субботу. И затем история подходит к своей кульминации. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 54. День тот был пятница, и наступала суббота. Уф, мы успели убить их вовремя, и теперь мы можем соблюдать субботу. И как уже настал вечер, это у Марка, 15 глава, стих 42. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царства Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова». Пилат удивился, что он уже умер. То есть он не поверил в это. И призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И узнав от сотника, отдал тело Иосифу. И его погребли. И вот наступил вечер. И наступила суббота. Иосиф, который был членом того сына Дриона, забрал тело Иисуса, Никодим, который был членом Синедриона, обеспечил благовониями и всем, что нужно было для быстрого погребения. В том Синедрионе было большое разделение. И люди обращались к книжникам и к фарисеям и говорили, «Солнце померкло, было большое землетрясение, мертвый ягненок выскочил из рук, Завеса разодралась сверху донизу. И что там говорится у Исаии в 53 главе? Не являлся ли он, возможно, Сыном Божьим? Что говорят пророчества? Как ягненок перед закланием, он был безгласен. Он был причислен к злодеям. И рот его, кто изъяснит, что означают все эти пророчества? И они, должно быть, находились в сильнейшем стрессе, и я вижу пот, стекающий по их бровям. Не думаю, что в ту ночь они спали спокойно. Матфея, 27 глава, 62 стих. На другой день, который следует за пятницей, что же это за день? Это субботний день. Это невероятно. Это же суббота. И новые переводы на самом деле так и говорят. Субботний день. Иногда и у них встречается что-то правильное. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату. Невероятно. Это субботний день. Они сломали кости, чтобы не нарушить субботу. Они провели ночное судилище над Иисусом, нарушив свою собственную конституцию, для того только, чтобы сохранить субботний день. И вот сейчас идет именно субботний день, а они бегут к Пилату. Продолжение. И говорили, «Господин, Интересно то, что они должны были вызвать его во двор, так как они не могли осквернить себя с этим человеком. Когда Пилат вошел в приторию, они не пошли за ним, а остались снаружи, так как они бы осквернили себя, войдя туда. И так они вызвали Пилата, говоря, Господин, вы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскреснул. Удивительно, что они помнили об этом, а ученики нет. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу, «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Идите и охраняйте этот гроб. Ну, Пилат устал от иудеев, они утомили его. Его жена написала ему, не делай ничего этому праведному человеку. Он написал надпись, говорящую, что Иисус — царь иудейский. Они сказали, нет, не пиши этого, пожалуйста, не пиши этого. Напиши, что он говорил, что он царь иудейский. Все, не волнуйся. что я написал, то написал. И вот они опять стоят здесь, шумно требуя чего-то. Идите, охраняйте. «Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Вы имеете стражу. Пройдите, вы охраняйте так, как знаете». «Что он им сказал?» Я не собираюсь этого делать. Делайте сами. Это то, что он им сказал. И они пошли. И они пошли и поставили у гроба стражу. Что они сделали? Они нарушили субботу. Они нарушили субботу. Как вы думаете, могло ли такое произойти с законопослушными хранителями субботы, желающими раздробить ноги и нарушить свои правила ради того, чтобы соблюсти субботу? Чтобы все они стали нарушителями субботы. Вы думаете, такое возможно? Если ваша религия ⁇ это религия дел, основанная на букве закона, вы определенно станете нарушителем субботы. Гарантированно станете. Но сейчас вот что интересно. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Чем они запечатали камень? Римской печатью? Они протянули римскую печать через весь камень и они поставили римскую охрану у входа в гроб, чтобы убедиться, что Иисус не воскреснет снова. Могла ли римская печать удержать Иисуса в гробе? Нет. Нет. Библия говорит, что Он воскрес из мертвых, и все охранники попадали как мертвые. Его невозможно было удержать в гробе. Есть ли какая-то другая римская печать, которая попытается не позволить нам принять участие в воскрешении со Христом? Я верю, что наступает время, и определенно наступает такое время, когда суббота станет последней точкой в противостоянии. Потому что суббота — это печать Бога, и суббота — это символ отношений, покоящихся на совершенных делах Божьих. Это символ оправдания по вере. И если у нас есть взаимоотношения, никакая печать Рима не удержит нас от Небесного Царства. Но даже если мы лучшие из всех хранителей субботы, но имеем только форму религии, мы не увидим Царство Божье. Потому что мы обязательно станем нарушителями субботы. Потому что суть субботы заключена во взаимоотношениях. Петр говорит, впрочем мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидаясь Его, подщитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И если мы перейдем сразу к стиху 17, то там говорится во втором послании Петра, 3 главе. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Возрастать в познании Иисуса Христа. И единственный способ возрастания в познании Иисуса Христа, это изучить все, что только можно изучить о его характере. И это все записано вот в этой книге. И когда мы читаем это и принимаем это верой, то тогда мы входим в покой его завершенных дел. Он нашел нас. Он возродил нас. Он беспокоится о нас. Он направляет нас к закону. Он общается с нами, он имеет с нами родственные отношения. И это истинная религия безо всяких сомнений. Давайте совершим молитву. Небесный Отец, не принижаем ли мы Тебя тем, как мы проповедуем о субботе? Не являемся ли мы фарисеями? Не указываем ли мы на ритуалы вместо взаимоотношений? Обрели ли мы покой в твоих совершенных делах? Или же мы медленно умираем возле бассейна, ожидая возмущения воды? Напои нас живой водой, чтобы мы могли жить в тебе. Во имя Иисуса. Аминь.